Назар, расскажи про ситуацию с Дубом. Была игра, это какой МФЛ? Ну, последний тур с Ромой. Нет, второй МФЛ. Да, это с Ромой было. Он украл у меня гол, когда я мог забить, 1-1 вывалился. И он после того момента еще не мог никак забить. И перед игрой в автобусе он подошел ко мне и сказал, говорит, прости меня, пожалуйста, говорит, это карма какая-то. Я его простил, отпустил, и он сегодня решил, видишь как. Ну ты какой-то всемогущий. Так и есть, брат. Как ты сразу сливнивать туда?